Лачин входит в состав Восточно-Зангезурского экономического района. Еще до оккупационный период здесь активно развивался агропромышленный комплекс. По мнению экспертов, возрождение сельскохозяйственных площадей в Лачине станет стимулом социально-экономического развития Азербайджана. Подавляющее большинство жителей, переселенных в Лачин, будут заниматься традиционной для этого региона экономической деятельностью. В частности, земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. Уже многие скотоводческие фермы вывели свои хозяйства на пастбища. Кроме того, в прошлом году в район переселены свыше 240 пчеловодческих хозяйств, которые размещены на территории 24 сел. Надо учитывать, что Лачинский район достаточно богат с точки зрения экономического потенциала. Если обратить внимание на местный рельеф, можно видеть, что здесь преобладают низинные и субальпийские луга, которые создают дополнительную основу для успешного развития животноводства. А сам факт, что это место богато сырьевыми запасами, создает дополнительные возможности для развития самой разнообразной перерабатывающей промышленности и трудоустройства возвратившихся сюда жителей. Создание агроиндустриального парка на территории Лачина имеет важное значение в обеспечении населения постоянной работой. Здесь будут функционировать 49 предприятий. Планируется трудоустроить 1169 человек. Агроиндустриальный парк будет играть важную роль в социально-экономическом развитии страны. Планируется строительство еще нескольких парков. В Лачине продолжается работа по созданию производственных, сервисных и образовательных учреждений. А живописный горный рельеф, освобожденный края, даст толчок развитию здесь в будущем горного и зимнего туризма. Прежде всего отметим, что индустриальные парки, промышленные районы, а также агропарки напрямую связаны с потреблением в экономике. Это деятельность, направленная на повышение эффективности производственного и перерабатывающего секторов. Мы наблюдаем рост числа агропарков, открывающихся в Азербайджане один за другим. Думаю, что агропарк, который начнет действовать в этом районе, станет существенным вкладом не только в экономику Лачина, но и экономику страны в целом. Потенциал числа действующих здесь субъектов хозяйствования достаточно велик. Не менее важную роль для общей экономики региона сыграло бы и создание здесь индустриального парка.